Ну вот, провожу следующий этап на шлюзе работы. Сейчас вот буду показывать, что дальше. Немножко камушков туда вниз накидал. Ну, очень мало, потому что и здесь они в основном большие, тяжелые, а маленьких мало. И вот сейчас займусь подвозкой глина, солома. Сейчас возить буду все это и заваливать потихоньку эту яму, которого там вода проточила.
Ну вот, остановил воду. Ну так, немножко подтекает, конечно. Но в основном сделал, слава богу. Сейчас покажу. Это только я сделал для того, чтобы сильно вода не размывала, когда я буду бросать глину. Там еще предстоит много глины сейчас возить. Она еще сыроватая, плохо. Вот я засыпал сухими кочками, нашел там наверху. Без них бы ничего бы не получилось у меня остановить. Там вот небольшие ручьи подтекают, но это еще мелочи. Сейчас вот надо будет сыпать. Утрамбовать, конечно, надо будет чем-то. Но утрамбовать начну опять. Может, сейчас что-нибудь придумаю. Возьму какой-нибудь столбушок, они попадали все равно. Жерди сломала у них. Вот столбушком, наверное, какие-нибудь потрамбую сейчас. Ну вот так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя.